Ну, для обзора наших людей, чтобы понимали ситуацию. Это вот одна из колонн возле Николаева. Вот то, что осталось от наших братьев, которые, какие пришли нас спасать. Вот, парни, тут колись, да, чтоб под ногами ничего не рвануло. Вот, пушечки, я вам скажу, нацелені в сторону міста, не кудись. О, двигун, майже як новий. Будь ласка. Так б'є українська артилерія. А я попереджав, не хершастать. Смотрим. Вот, ось це те, що від вас залишилось на даному участку. А гаубиці наші тепер і будуть стріляти по вам, хлопці.